Татьяна Волонец. Фуга для скрипки соло. Выконывая аут. Уступный верш у Владимира Маяковского. Скрипка издергалась, упрашивая, и вдруг разревелась. Так по-детски, что барабан не выдержал. Хорошо, хорошо, хорошо! А сам устал, не дослушал скрипичные речи, шмыгнул на горящий кузнецкий и ушел. Оркестр чуже смотрел, как выплакивалась скрипка. Без слов, без такта. И только где-то глупая тарелка вылязгивала, что как это? А когда геликон, меднорожий, потный, крикнул: «Дура! Пласа! Вывели!» Я встал, шатаясь, полез через лоб, сгибающийся под ужасом пюпитр, зачем-то крикнул: «Боже!» Бросился на деревянную шею. «Знаете что, скрипка, мы с вами ужасно похожи. Я вот тоже ору, а доказать ничего не умею». Музыканты смеются. В липках пришел к деревянной невесте. Голова. А мне наплевать. Я хороший. Знаете что, скрипка? Давайте будем жить.